На этой неделе я разговаривал с одним моим любимым братом, который рассказал одну удивительную историю. Однако поминают назидание только те, кто обращается к Аллаху, только обладатели живого сердца. Напоминание приносит пользу верующим, поминающим, кающимся, тем, кто возвеличивает Господа земли и небес. Он говорит: «Прибыли к нам люди с похоронными носилками в одно из мест для омывания тел в этом районе. Это были странные и удивительные похороны. И в чем же отличие этих похоронных носилок от других? Я прошу Аллаха, который проявляет милость, прощает наши грехи и скрывает наши недостатки, чтобы Он смилостивился над нами, когда наша смерть придет к нам, чтобы мы умерли на том, чем Он доволен». Сказал тот брат: «Принесли семью, состоящую из матери, отца и сына с дочерью. С ними случилось происшествие. Их машина врезалась в грузовую машину, отчего она взорвалась и сгорела. От них остались лишь обугленные тела». Он говорит, что когда их привезли, мы не знали, кто из них мужчина, а кто женщина. Мы не знали, кто из них дочь, а кто сын. И в этом страшном, тяжелом положении Аллах облегчил людям. Женщины распознали женщину, а мужчины распознали мужчину. Их понесли для последнего омывания. В этом же столкновении столкнулась и возгорелась другая машина, в которой были пожилая женщина и ее сын, прибывшие издалека для лечения. Аллах пожелал, чтобы произошло то, что произошло. Эту женщину выбросило из машины, и от удара о землю, от этого столкновения, у нее разбилась голова. И куда отнесли эти тела? Куда? В первый из домов Ахирата. В могилы. В те пустые дома, в которых мы видим только пески, в которых мы видим только корни деревьев. Тот брат подошел, впечатленным от произошедшего, и сказал: «Я не смог выдержать тяжесть увиденного мною. Если я спрошу тебя, о любимый брат, если я спрошу тебя, о дорогая сестра, кто из нас в это мгновение готов встретить Господа со своими делами? Кто из нас знает, что его кончина скоро наступит, независимо от него? И зная это, он будет готовиться ко встрече с Аллахом. Аллах сказал в своей ясной книге следующее: اسمع المصيبة فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنة وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا